У нас сегодня два сета по 4 протокола табаты с промежуточной шавасаной. Сейчас коротко о том, что будет, так чтобы вы имели представление. Мы уже делали этот протокол, единственное, внесу кое-какую корректировку. Первый протокол в первом сете, индийские отжимания. Планка, вдох, чатуранга, выдох, собака, мордой вверх, вдох, собака, мордой вниз, выдох. С прошлой тренировки в воскресенье мы с этого начинали. Любимая наша виньяса. Дальше. Уткатасана у стенки. Сразу же проговорю всю инструкцию, всю теорию, чтобы потом вопросиков не возникало. Заныриваем под станок. Прижимаем поясницу плотно к стенке, втягивая живот, удияна банку. И сгибаем тазобедренные колени. Угол 90 градусов. Чего не позволяем себе не допускаем вот этого, да? Не заостряем колени. Ну, соответственно, голеностоп тут заостряется. И не прогибаемся в пояснице. То есть вот такого вот быть не должно. Обязательно плотно прижимаем. Кому скучно, можно дышать в процессе капалабхати. Будет дополнительно поперечная мышца закачиваться. Кому совсем скучно, на одной опоре, да? То есть вот так вот. Прям советую. Можно 1-2 раза посидеть на двух ногах, а потом чередовать, чтобы упражнение было более эффективным. Каждый протокол у нас занимает 8 подходов по 20 секунд. Между подходами можете отдыхать в любой позе, как хотите. Можете продолжать сидеть. Третий протокол. Васиштхасана, боковая планка. Для устойчивости можно вот таким вот образом или даже таким образом ноги ставить. Усложненный вариант стопа на стопу. Любой, короче, вариант, который вам доступен. Статика проще, можно работать с динамикой. Что-то, по-моему, на прошлой неделе тоже такое мы делали. Либо вот такая динамика. Если динамика, синхронизируемся с дыханием. Четвертый. Джатхара Приватанасана. Лежа на спине, плечи прижаты, лопатки прижаты, ноги опускаем как можно ниже к руке. Не просто в сторону, а именно к руке. То есть идет геометрия позы вот такая. Коленки вместе. Если сильно тяжело, колени можно подсогнуть. Будет статика подход, будет динамика подход. Потом шавасана с пранаямной техникой квадрат самаврити. Расскажу по ходу, что это такое. Дальше. Начинаем второй сет. Две позы. Шалабхасана, поза саранчи, делали ее, прогиб силовой. И уголок. Уголок можно делать, у кого хорошая ширшасана. Стойки на голове уголком. Если удержите, отстроитесь по-быстрому и удержите. Не вверх ноги, а уголком. Либо идем к стенке и делаем либо с предплечья, вариант пинчи, либо с рук, вариант стойки. Ну, вариант стойки. Вот это, да? Вариант с предплечья. Вот это. Угу. Надо будет, придется бегать туда-сюда, потому что один подход получается на коврике прогиб, второй подход уголок. Так что там присмотритесь, к какой стенке вы побежите. Дальше. Кошка и балансовый вариант, среднюю ягодичную. Это отведение ноги в сторону, асимметричный баланс. Что-то сделаем на четвереньках, что-то сделаем на ноге. Можно тоже у станка, если с равновесием не очень. И закончим навасаной. Потом небольшой блок растяжки. Какие-то вопросы есть по ходу дела? Разберемся по ходу дела. Следите, пожалуйста, за своим дыханием. В качестве разминки у нас будет суставная гимнастика, сукшма вияма. И все. Ну и подышим сейчас. Начинаем нашу практику. Усаживаемся в удобную позу. Настраиваемся на осознанную глубокую работу. Всегда, когда мы начинаем с вами занятие, мы помним о том, что практикуем йогу. И несмотря на то, что какие-то разные последовательности очень сильно напоминают просто спорт, фитнес, это действительно
действительно так, это тренировка тела. Мы укрепляем свое тело для того, чтобы оно нам не мешало жить и заниматься какими-то более высокими материями, духовными практиками и так далее. Вот. Но нужно уважать границы своего тела. Очень внимательно следить за тем, что происходит с вами во время занятий. Основной критерий для нашего внимания – это наше собственное дыхание. Если в какой-то позе вы случайно оказались, но не можете в ней дышать, значит, эту позу пока делать рано, либо делать можно чуть более упрощенном варианте. Там, где вы чувствуете работу мышц, где вы не теряете дыхание, не переходите на одышку, не задыхаетесь. Этот момент, пожалуйста, отслеживайте. Упражнения сегодня преимущественно будут силовыми. Во время выполнения силовых упражнений наши мышцы работают определенным образом. Мы в основном на йоге делаем акцент на то, чтобы проработать выносливые мышцы. Ксюшечка, сядь ровно, пожалуйста. То есть те мышцы, которые в основном являются красными волокнами, содержат много митохондрий, мышцы, питающиеся кислородом. Это мышцы, их еще называют глубокие, которые являются корсетом, которые работают нон-стоп. Есть, так, к сведению, белые мышцы. Они подвержены больше гипертрофии, росту. Это вот те мышцы, которые накачиваются в тренажерном зале с дополнительными весами. Эти мышцы отвечают за такую краткую работу, короткую, поднять какой-то вес или быстренько убежать. Все, сейчас мысленно себя просматриваем. Постарайтесь запомнить состояние на данный момент перед тренировкой, с чем пришли, с какими ожиданиями, как дышится, как вы себя чувствуете, какой уровень энергии. Все эти моменты можно мысленно про себя проговорить, осознать. И некоторое время подышим медленно, полным дыханием. Если хочется, можно перейти в положение лежа на спине, чтобы полностью расслабить тело и сфокусироваться на дыхании. Если поза сидя вам не мешает для того, чтобы расслабить тело, не сутулясь при этом, и понаблюдать за дыханием, вы можете оставаться в этом положении, в котором находитесь сейчас. Важно, чтобы вам ничего не мешало быть осознанными в плане дыхания. Итак, медленное, глубокое дыхание на вдохе. Снизу вверх мы пытаемся наполнить весь объем своих легких от живота к грудной клетке, задействуя все отделы от нижних до верхних. А выдох в обратном направлении сверху вниз. От грудной клетки к животу. Ваше тело расслаблено. Напряжения в теле нет. Те, кто остались в положении сидя, дополнительно следим за удержанием прямой спины, вытянутого позвоночника. Но это не должно вас как-то особенно нагружать или напрягать. Для тех, кто сидит, остался, это привычная поза, комфортная поза без напряжения. Те, кто лег, вам вообще не нужно ничего делать, вы просто расслабились и просто наблюдаете за тем, как протекает ваше дыхание, стараясь растянуть вдохи и растянуть свои выдохи, сделать их максимальными, медленными и глубокими. Лучше глаза прикрыть, но не засыпать, естественно, чтобы перекрыть визуальный фон и больше сосредоточиться на внутренних ощущениях. Мы обычно, современные люди, получаем до 90% информации глазами извне, и если мы закроем глаза, то какие-то другие органы восприятия обостряются, и мы начинаем лучше, глубже себя чувствовать, больше себя познавать. Полезно находиться в такой практике, не сразу проваливаться в сон, а заниматься такой интроспекцией. Это, по сути, и есть медитация йоговская, без всяких эзотерических моментов, наблюдение, беспристрастное, невовлеченное за самочувствием. Еще одну минуту остаемся. Выполняя полное пранаямное дыхание. Отлично. И заканчиваем очередной выдох. Кто лежит, сгибаем ноги в коленях, подтягиваем бедра к животу баррикадом, приходим в положение сидя и все вместе открываем глаза.
И будем дышать как полохать. Напоминаю, это техника активного дыхания. Мы делаем форсированный короткий выдох, подтягиваем живот. Затем пассивный вдох, практически без усилий, и расслабляем живот. Взгляд или перед собой, или кончик носа на Сарвадришти. Можно также прикрыть глаза, в принципе, допустимо, чтобы лучше следить за тем, что происходит. Живот активно работает с каждым выдохом, соответственно, работает поперечная мышца живота, и за счет активных выдохов идет насыщение нашей крови углекислым газом. Это тоже очень полезно для мозга. Сигнал слышно? Не очень слышно, но один сигнал выдох, один сигнал вдох. Достаточно, делаем полный вдох, задержка на вдохе. Простукиваем грудную клетку, ребра, создавая вибрацию тела, массаж дыхания, верхом задерживаем, можем вдох выводить. Выполнили себя, держим клетку. Когда чувствуем, что пора делать выдох, сжимаем руками ребра, резкий выдох потом. И откашиваемся. Чистим бронх. Теперь полный вдох. Полный максимальный выдох. Пока выдыхаем, стараемся освободить легкие от воздуха и расслабить живот. Выдохнули, все, задержка, втягиваем живот под ребра диафрагмы. Подтягиваем промежность мышц тазового дна и шейный замок формируем, прижимаем подбородок к груди. И остаемся так на время, комфортное время для задержки после выдоха. После задержки разрешаем себя отдышаться, восстановиться. И второй подход у Удьяна Банха после выдоха. Ноги вправо, голова влево, ноги влево, голова вправо. Коленки плотно сжаты между собой. Поначалу вы можете не доставать бедрами до пола, но следите, чтобы плечи оставались на полу. Шея продолжает лезть скрутку, соответственно, поворачиваем голову противоположную от ног в сторону. Коленки прижаты, контролируем приводящую мускулатуру. Чем плотнее вы пододвинете бедра к динамике, бедра к животу, тем лучше будет включаться будут включаться мышцы пресса. Плотненько прижимаем бедра к животу, голова в противоположную одну сторону. Динамики работаем, я не считаю. Шевелим свой позвоночник. Можете помедленнее, если тело просит, можете чуть ускоряться по своим ощущениям. Нам важно сейчас расшевелить свой позвоночник на скрутке, вообще скрутки для позвоночника, для шейного отдела тоже является чуть ли не самым предпочтительным видом движения в скрутках. Практически мы любые мобилизации для позвоночника можем сделать. Решить все суставные проблемы так или иначе. Отлично. Теперь разгибание. Стопы ставим на пол, бедра и стопы параллельно друг к другу. И начинаем прогибаться на вдохе, поднимая таз. На выдохе опуская таз, прижимая поясницу. Тоже работаем в ритме своего дыхания. Ориентируемся на свое дыхание, синхронизируемся со своим дыханием. Если сосед рядом на коврике делает быстрее, это не повод вам ускоряться. Ориентируйтесь на себя. Со вдохом стараемся таз поднять выше. Держим пресс под контролем. Коленки не разваливаем и не собираем вместе. То есть ноги параллельно. Стопы могут быть чуть-чуть шире таза, но не намного шире. Да, либо ширина таза, если таз шире.
лицо к полу, разгибаем ноги в коленях, поднимаем ноги вверх, стопы от себя, пальцы на себя, как будто каблуки одели. Поднимаем голову, лопатки и кончиками пальцев, тянемся пальцем ног. Остаемся в статике, держим. Один, стопы от себя, пальцы на себя. Два. Сразу видно, кто каблуки не носит. Три. Четыре, ну понятно, конечно, какие каблуки. Так, пять. Отлично! Семь. У кого хорошее сгибание, не надо хватать ноги руками, просто тянемся. Восемь. Я не ношу руку. Девять. Зря. Папа пошло. Десять. Сгибаем ноги в колени, прижимаем бедра к животу и начинаем перекатываться вперед на вдохе. На выдохе укатываться назад. На вдохе перекат, если получается больше импульса на стопу, встаем, таз поднимаем. Если нет такой возможности, в положении сидя перекатываемся. Если получается, все-таки поднимаем таз. Отлично. Укатываемся еще 10. Татьяна, пробуем стопы вместе оставлять. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Два. Приготовьтесь с очередным перекатом. Остаемся на стопах, либо помогаем себе руками, толкаем пол, поднимаем таз и встаем. Ноги пошире. Можно шире коврика, можно развернуться в широкий край коврика. Руки над головой, сарванга пушки. Упражнение для всех суставов. Ноги настолько широко, что угол между ног примерно 90 градусов. Через боковое вытяжение я буду вас зеркалить. Мы начинаем по часовой стрелке замком тянуться в сторону движения, рисовать круг перед собой максимального диаметра. Половина круга вдох, половина круга выдох. Половина круга вдох, половина круга выдох. Стараемся растянуть бока как можно лучше. Если есть возможность не сгибать на уклоне колени, не сгибаем. И еще 4. 5. Алексей, положи немножко ноги. Ага. Меняем направление. 1. 2. Юля, ты пошире можешь стать. 3. 4. 5. Хорошо. Собираем ноги в хавпиках. Большие пальцы прячем в кулаки, соединяем предплечья. Это вдох активный, это выдох. Накачиваем себя кислородом максимально. Поехали. Подбородок, грудь.
груди, не забывая про шейный замок. И третий подход тоже, либо продолжаем с балкой, либо на улик в противоположную сторону вращения. Полный скорби и печали.
Это реально рабочая техника. Серотонин повышает, когда освоили. Половина Что ли? Бля, ну тебе-то что легко? Стоп, удоб.
наслаждаемся приятной дрожью в квадриках. Всем понравилось? Отлично. Отлично. Едем в третий протокол первого сета. Давай сишкасана, боковая плавно. Очень хорошее упражнение, кстати, по сколиозу. Прям первое, что дает. А сколиоз он практически у всех есть, так или иначе проявленный, поэтому всем полезно делать боковую планку. Ну что ж, поехали. Давайте первые два раза сделаем со статикой, а потом будем добавлять какую-нибудь динамику. Колено вверх, потолок. Ребят, еще на будущее пальцы опорной руки четко в сторону, чтобы запястье не страдало. Да. Ну, пока стоим, меняем в сторону. То есть рука вот так, не вот так и не вот так. Ладно, чтобы запястье. Да. Наташа, другой бок. Меняем сторону, так динамику. Таз вверх, таз вниз. Ноги можно поставить вот так, чтобы устойчивее было. Вдох вверх, выдох вниз. Разобрались. Я ждала от вас что-то подобное. Ну, чем?
Дадхара Приватанасана, следим, чтобы плечи не поднимались, если не получается скрутиться, не дает позвоночник глубоко, да, опустить ноги. Ориентируйтесь на плечи, на грудной отдел. Ложимся. На спину, руки в стороны. Ноги влево, взгляд вправо. На левой ладони как можно выше. Голова на полу. Коленки вместе. Дыша, без динамики. Опустили ноги, держим. Это то же самое. Сейчас статика в противоположную сторону. Ноги вправо, взгляд вниз. Коленки вместе. Чуть ниже ноги. Держим, держим. Алексей, не сдаемся. Отдыхаем. Два подхода с динамика туда-сюда. Поехали. Динамика. Скрутка, уходим, выдох. Вверх, ноги, вдох. Выдох, скрутка, вдох, ноги, вверх. Квадрат самобитом. Будет работать метроном.
на 60 сигналов в минуту, соответственно, один сигнал соответствует одной секунде. И задача каждого из вас найти адекватную для себя дыхательную пропорцию, чтобы каждая часть одного дыхания, одного цикла, соответствовала остальным. То есть у нас будет 4 части дыхательного цикла. Вдох, задержка на вдохе с надутым животом, удар о банку, такое внутрибрюшное давление. Потом выдох, задержка на выдохе с втянутым животом, удияна банха, тоже внутрибрюшное давление, но другое, провоцирующее венозный отток. Окей? Начинайте с простой пропорции по 5. То есть 5 сигналов вдох, 5 сигналов задержка на вдохе, 5 сигналов выдох, 5 сигналов задержка на выдохе. Если вы без труда продолжаете дышать, вы можете потихонечку наращивать пропорции. Если вы чувствуете, что вам не хватает, вы после задержки, после выдоха, хотите резко вдохнуть, не можете растягивать свой вдох, значит, вам нужно поменьше брать. Всем понятно, что нужно будет делать, да? Доступно объяснила. Все. Итак, я устанавливаю метроном 60 сигналов. Первые несколько сигналов просто прислушайтесь к счету, подстройтесь под него. Руки на животе для того, чтобы вы чувствовали движение животом. Если вам это не нужно, вы можете руки вытянуть вдоль тела. Но следите, что живот двигается, на вдохе он надут, как арбуз. На выдохе он втянут под ребра. 5 минут мы отдыхаем шавасами, дышим в квадрат самаврити. Пранаямой занимаемся.
не спеша завершаем очередной дыхательный цикл задержкой после выдоха. Не торопитесь. И кто закончил, потихонечку приходим в положение сидя. Доступным способом можно через бок, можно перекатом как-то. Завершили. Отлично. По самочувствию. Сейчас у нас будет жесткий протокол. Со стойками на руках, со стойками на голове. В общем, вы сами будете выбирать, на чем вы будете стоять. Вторая часть протокола будут силовые прогибы шалабхасан. Кто хочет усилиться, я предлагаю вам взять кирпич вот этой вот стопочкой. Один или два, на самом деле на двух будет даже полегче. И делать не просто силовой прогиб вот такой, да, ну, как мы там обычно делаем, с разными вариациями для рук, а вот такой. Когда кирпич у нас лежит под тазовыми костями, то есть лобковой костью мы ложимся на кирпич, на двух покажу легче, да, на одном существенно тяжелее. И мы стараемся, вот прижали таз, ноги оставлять, поднимать грудь и руки. Вот этот вариант просто огонь. Он очень-очень крутым образом прокачивает вот эти мышцы глубокие, вдоль позвоночника, поясницу укрепляет. Его сильно тяжело делать, но упражнение реально эффективное. Вот если вам хочется, пожалуйста, возьмите кирпичи, попробуйте на двух, на одном, если поймете, что и на животе нормально, можно продолжить в простом, таком облегченном варианте. Вот. Но, в принципе, само по себе упражнение, вот этот силовой прогиб, даже без всяких девайсов, без всяких проксов, вполне себе эффективное. То есть такая хорошая силовая гиперэкстензия. И уголок. Для уверенных практиков. Ноги на полу. На двух легче, на одном в два раза больше надо будет мышцы включать. Окей? И уголок. Для уверенных практиков, кто делает шаршасану с опорой, можно не делать уголок. Для тех, кто сомневается, что устоит или отстроится, к стеночке. И либо на предплечьях, либо на руках. Мы об этом в начале тренировки говорили. Ну что ж, дорогие мои, начинаем с шалабхасаны. С прогиба силового. Стенки. После шалатки там, да?
Все, возвращаемся на пол. Мысленно себя хвалю. Ушасана. Это тоже упражнение для ног. Смотрите, я вот камеру развернула, табасу. Так что старайтесь всех фиксировать. Да, меня там даже не видно. Можно делать, повернувшись боком к зеркалу для дополнительного контроля. Никаких прогибов в пояснице, никаких пустых сгибаний колен. То есть видно, да, что когда мы просто сгибаем ноги в коленях, корпус остается вертикальным. Наша задача вот эту линию от макушки до колен оставлять вытянутой и сгибать колени, удерживая корпус прямой линии. Уходим как можно глубже. Тут тоже есть упрощение. Руки на плечах попроще, руки над головой посложнее. Статика, наверное, сложнее, чем динамика. Ну, кому как. Будем чередовать статико-динамический режим. Если коленки чувствительны, можете сделать слой коврика для колен, чтобы помягче было. Контролируйте поясницу. Потому что вот это, да, прогиб или даже вот это сделать гораздо легче, но это вообще не эффективно. Вот тут должно все гореть. Пресс в тонусе, таз подкручиваем, получается, задний наклон таза на себя. То есть сокращаем живот, растягиваем поясницу. Самое мое любимое упражнение, на самом деле. Самое тяжелое для меня. Но что делать? Погнали. Пользуемся лифтом.
Да там нету лифта. У меня тоже нету лифта. Ну, придется терпеть. Последний подход. Кто работал в Геннадии?
вот у станка максимальная амплитуда. Вот это вот. Погнали. Корпус до параллели. Слушай, а корпус до параллели, она длится немного. И максимальная амплитуда ногой. Отлично. Алексей, плавное движение, не махом. Меняем ногу. Максимальная амплитуда на вторую ногу. Плавное движение, сила, не импульс. Усаживаемся. Навасана же еще. Навасана? Мы ее будем делать. И лежим. Итак, поза лодки. У нас есть два варианта. Мы сделаем четыре. Логично. Ты сомневался, логично, да? Группа сильная еще. Да, поэтому Андрей будет в промежутке отдыхать лаласом. Нет. Все, что угодно. Итак, первый вариант. Верхняя лодка, которая у нас преимущественно работает квадратная мышца поясницы. Поэтому следим, ребят, важно, что вот эта часть прямая. Ни вот такого сгибания мы не допускаем, на копчик, на крестец не накатываемся. Второй момент верхней лодки – это четырехглавая мышца бедра по бицепсу, которую мы в пушатане уже убивали, и кто-то убил. Поэтому если ноги не выводят, если вы разгибаете колени и сгибаете поясницу, тогда лучше все наоборот. Сидеть прямой спиной с подсогнутыми ногами. Это верхняя лодка. Балансируем на седалищных костях. Вы прям чувствуете, как их найти, вот так вот повошкаться на попе и понять, да, то есть перекат идет на седалищных. Вот на них и сидим. Вторая лодка, арка навасана, там больше пресс и шея. Поясница прижата, лопатки выше. Стопы от пола, если поясница прогибается около гиперлордоз. Ну вот так, например, да? Тогда ноги выше, чтобы поясница была прижата. Ну, вплоть даже до такого варианта, но это для вас слишком легко. Третий вариант. Динамика. Мы чередуем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Разные варианты для рук могут быть. То есть вот этот вот вариант тоже очень интересный. И четвертый вариант – это навасана со скруткой. Сидим? Сидим. Ну, по статике, да? Первый вариант. Там что важно? Бедра прижать? Или все-таки, Лучше бедра прижать, это обеспечит максимальное сгибание, максимальное включение поясницы. Поэтому лучше вот этот вариант, он лучше, чем вот этот. То есть здесь я наседалищно, здесь я не укатилась на поясницу, я продолжаю балансировать, но как бы такого вот сгибания как такового нет. Это также может обусловлено быть вашей гибкостью, если вы сидя на полу так сидеть не можете. Ну не у всех есть возможность, во-первых, тазобедренных так сгибаться. У кого-то слишком натянуто, особенно у новичков, задняя поверхность ног и не дает им делать вот этот наклон. Это наклон уже. Они вот так сидеть могут. Соответственно, вы на вас никак не усидите. Поэтому вам надо укоротить рычаг ног, согнуть их в коленях, тогда вы подтянете бедра в живот. Ориентируйтесь на ощущение, на чем вы сидите. Вот. В нижней лодке еще дополнительно втягивать живот внутрь. То есть, чтобы живот не домиком надувался, да, а именно подтягивать пресс, тогда он будет лучше тренироваться. То есть все-таки бедра к животу, да? Да, верхнюю лодку. Ну что, так, ну понятно. Ну, Андрей, еще дополнительно, вот ваша история, остальные тоже склонны к этому, ну особенно видно, вот эта вот часть, плечи в сторону. В нижней лодке, да, может быть немножко, потому что здесь мы сгибаем спину и поднимаем лопатки, здесь плечи вперед, а в верхней грудную клетку открываем. Скрутки, колени, скорее всего, будут подсогнуты. И руки у центра груди, то есть не у плеча, а у середины грудной клетки. Ну что ж, начнем с верхней лодки. Никто не хочет, да, отдыхать в лаласане. Не будем усложнять себе жизнь. Андрей хочет. Нет. Даже Андрей не хочет. Лаласана – это чума. Welcome to Tabata. Are you ready? 5,
хватит. Только не хватает. Стоек, и там они так или иначе задействуются. Я не знаю, есть ли в йоге это упражнение, но есть такие.
И широкие отжимания, когда с одной руки на другую перемещаешь. А, мы делали. Нет, такие мы... Мы вращение в кошке делаем, но это не то. Это больше на суставную гимнастику тянет, чем на какие-то силовые аспекты. Нет, на самом деле йога, вот если брать классические асаны, их там на самом деле немного, и они такие чисто для поддержания тонуса. Мы сейчас пока в позе, да, наклоны, пока я вас развлекаю историями про йога-асаны. Но в 20 веке, когда это движение популяризировал Айенгар, а потом подхватили остальные, образовались разные школы хатха-йоги, и все это дело пошло в Америку и Европу, пошли разные другие направления, виньясы, флоу-виньясы, animal flow, и т.д. и т.п. Не, просто сесть и тянуться, сейчас будет бабочка, все. Вот. И там напридумывали, что только не напридумывали, объединили и с воркрафтом, и с пилатесом, и есть всякие разные чатурангы на одной руке, и майурасаны на одной руке, и стойки и так далее, и вот эта вот стойка на руках стала популярной из акробатики, хотя, по сути, эта поза есть в йоге, но ее минимально применяют, больше йоги любят стойку на голове, ну, истинные йоги. А мы с вами что-то промежуточное, мы вроде как и про традиционную практику, и как бы немножко охота повеселиться. Да? Что-нибудь такое интересное сделать. Вдох, садимся прямо, джану шаршасана на правую ногу. Здесь потянитесь сильнее. У кого наклон позволяет подбородком достать до голени, тянитесь лбом к полу, чтобы максимально сложиться пополам. Динамику избегайте. Если начинается наклон, болит спина. Тогда минимально сгибание, больше вытяжения. Сейчас шею расслабьте, мы здесь будем. Вы здесь в порядке сказали? Не надо. Надо даже вот так вот взять. И ноги плечи покатить. Угу. Слушай, как спина? Наклоне внимание на шею переключите на свою, постарайтесь ее расслабить. И верхний пучок трапеции, это вот надплечье, они должны быть мягкие. Можете себя даже пощупать, потрогать, чтобы там мышечного спазма не было. Нет, шею не гните. Вот шею прям забудьте про шею. Больше вот сейчас внимание вот тут тоже. И может быть частично позаведомо суставы ощущаться. Шея вообще в расслаблении. Отличненько. Продолжаем работать с правым тазобедренным. Берем правую руку колено, левое стопу или голеностоп, укладываем на бедро. Посложнее вариант, требующий контроля мышечного сидя, можно и, может быть, даже желательно сделать эту позу лежа и подтянуть ноги к груди. В положении лежа вы сможете лучше расслабиться, плюс пол, он позволит вашему позвоночнику лучше вытянуться. Шею не напрягайте. Если у вас ноги далеко от груди и хочется поднять голову, лучше взять кирпич, скажите мне, я вам дам его и положу под затылок кирпич. Позже сидя вы остаетесь, только если вам здесь тоже легко и комфортно, и вы можете здесь посидеть изолированно, поработать с тазобедренным, не напрягая спину чрезмерным образом. Сейчас, кто сидит, все-таки переходим в положение лежа. И нижняя, это у нас сейчас левая нога, мы ее подхватываем под коленкой и пробуем выпрямить в колени, да, и вот я перебила ход моей кости, и подтянуть эту прямую ногу к себе. Вариация сидя вот такая будет, но она немножко больше нагружает поясницу. Угу. Отлично. Если тазобедренный позволяет, вы прям можете ногу ближе подтянуть. Старайтесь спину сильно не сгибать, таз, он может подниматься слегка от пола, но вот такого активного сгибания в пояснице стараемся не допускать. Не надо, не надо. Не, я видела это там, некоторых упражнений прям вот так вот делала. Отлично. Сейчас потихонечку перекатом переходим в положение сидя.
Вот они мы здесь остались. Правую ногу, с которой работаем, укладываем перед собой. Левую ногу вытягиваем назад и переходим в голубя. Ладошками, как будто тянем пол на себя, вот это вот усилие. Пол на себя, центр грудной клетки толкаем вперед. За макушкой вытягиваемся по дуге. Мы пробуем свой позвоночник от копчика до шейного отдела, а там уже голова. Вот нарисовать такую дугу. Грудную клетку вперед, пресс держим. Грудная стенка здесь в прогибе растягивается. Если поясница начинает болеть, и эта боль суставная, это не потому, что мышцы поясницы сократились. Можно чуть ниже опуститься, да, и вытянуть просто без прогиба. В правом тазобедренном должно быть больше ощущений, чем когда вы лежали. Должно, но не обязано, потому что мы все индивидуально, для кого-то здесь будет минимум. Особенно, если колено сильно согнуто. Угу, и ложимся. Плотно ладошками. Кто готов, кому позволяет правый тазобедренный, правая стопа в левый локтевой сгиб. Это как дополнительное усложнение, это не обязательно. Не всем смогут просто-напросто. И, оставаясь в наклоне, сгибаем левую ногу в колени. Ощущения в правом тазобедренном должны усилиться, плюс вы почувствуете хамстринги или, по-русски говоря, заднюю поверхность, задние мышцы левой ноги. Вот они здесь у нас сокращаются, кто-то даже, может быть, спазм почувствует судорогу. Вот. Это активное сгибание. Кто готов, хват правой рукой за левую стопу и подтягиваем в пассивное сгибание, пытаясь дотянуться пяткой левой до левой ягодицы. Теперь у нас хамстринги расслабились, им не надо работать, рука за ним все делает, зато тянется квадрик левой ноги. Не факт, что пятка прям-таки коснется ягодицы, вообще это даже не обязательно. Ощущения должны быть комфортными. Если у вас такое состояние, что сейчас глаза вылезут из орбит, значит вы слишком стараетесь, не надо этого делать. Угу. Кто не может достать до своей стопы, сейчас приподнимитесь чуть-чуть и все-таки захват сделайте и потяните, чтобы поработать с квадриком. Кто лежал и делал захват, тоже приподнимаемся. Меняем руку захвата и делаем глубже вариант. Вамадевасана. Я не настаиваю для пол, на полном выполнении, но кто может. Сильнее прям пятку поближе подтягиваем. Квадрик должна тянуть. Нет, если его делал захват, я видела, что был захват, поднимаемся, приподнимаемся, правой рукой помогаем себе держать баланс, левой сильнее подтягиваем. Но без фанатизма. Левой, да. Левая. А правая рука как опора. Угу. Отлично. Сейчас левая нога у нас продолжит сгибаться. Если в левом колене будет некомфортно, вы, в принципе, уже могли сейчас предположить, вот сгибание как на колено влияет. Если не очень приятно было, тогда, возможно, вам потребуется кирпич. Мы переходим в полувирасану на левую ногу. Вот здесь бережем колено левое, подкладываем под ягодицу кирпич, кому нужно. Не всем нужно, но кому не нужно, колено вам точно не нужно, вы в вирасане жить можете. Вы в ней спите на две ноги. Зачем вам сейчас на полную ногу? Левая. Полувирасана, правая вытянута. Вот мы вот тут вот сейчас были. Все, да. Два варианта. Первый наклон к правой ноге. Второй крылом часа. Любой вариант выбираете. Второй чуть-чуть сложнее, чуть-чуть глубже. Можно его не использовать, если вы чувствуете или в левом колене дискомфорт, или по задней стороне правой ноги дискомфорт, или спина уже не может быть прямой. Хочется выкинуть. Поскольку мы сейчас делаем позу на растяжку, мы себе всегда оставляем запас прочности. Чуть-чуть халявы, прям тут must have, потому что если мы будем идти в предел свой, и особенно вот так вот качаться, как Алексей, кто так сидит, есть риск микротравму получить, а может быть и не микротравму. То есть вот в полсилы сделал, чувствую, могу углубиться, на выдохе чуть-чуть углубился. Вот это вот. Ну, это old school, как бы старая школа, она такая. Не факт, что вы получите травму, но если, например, там кто-то начнет так и делать,
повторяю, может получить. У всех у нас разная соединительная ткань, мышечная ткань, разная прочность. Обычно рвется там, где слабо. Отлично. Опускаем, кто был в кроначасане, ногу. Выходим в санчаласану. И с санчаласана сдвигаем правую ногу вперед в широкий шаг. Хануманасана. Руки могут вам помогать. Вы можете свою хануманасану сделать такой или такой. То есть просто увеличить расстояние между ног и согнуть одно или оба колена. В этом варианте мы продолжаем работать с левым квадриком и с пояснично-подвздошной мышцей. Вот тут она у нас, часть пояснично-подвздошной мышцы, вот здесь идет. Часто, когда она у нас тугая, те, кто ведут сидячий образ жизни, либо носят туфли на высоких каблуках, женщины, сокращается эта мышца, и им сложно работать в прогибах. Берут всю нагрузку на поясницу. Здесь у нас очевидно, да, растягивается задняя поверхность левой, правой ноги и наклон в спине, сгибание в тазобедренных. Вот возьмите то, что для вас актуально. Полная хануманасана, по сути, все это соединяется. И растягивается задняя поверхность, и пояснично-подвздошная, и позвоночник. Поэтому лучше, конечно, сделать полный вариант, если вы к нему готовы. Или пусть он будет пока такой, но с помощью рук, в смысле не полностью, вы сидите, а таз чуть-чуть над полом. Отлично. Потихонечку собираем ноги. Усаживаемся, подтягивая левую пятку к правой ягодице. Правая нога либо вот здесь, перед голенью, либо вариант приведения, перешагиваем правой ногой через левое колено. И делаем скрутку вправо. Кто хочет дополнительно, здесь у нас приведение тазобедренных, как раз вот эти вот, кошку вспоминаем нашу, да, махающую лапой. Мы качали среднюю ягодичную, она у нас сокращалась во время этой тренировки. Сейчас она у нас растягивается, своего рода компенсация происходит. Но еще можно здесь проработать плечи. Вращаем левым плечом внутрь, заныриваем предплечьем под бедро. Кто может, не все плечи даже согласны. И в этом случае вы можете соединить руки за спиной. Можно плечи не подключать, если нет на то желания и возможности. Можно просто побыть в скрутке. Отлично. У кого захваты, сейчас их освобождаем. Выходим из скрутки. Левая нога остается согнута, правую ногу вытягиваем вперед, жану шуршасану на левую ногу. На вдох вытянулись, на выдохе. Наклон к правой ноге, если подбородок достал до правой голени, тянемся лбом к полу. И не думайте про глубину наклона, думайте про то, как бы растянуть заднюю поверхность тела. Это ваша спина, это поясница. Вспоминаем наши радостные шалабхасаны, они сегодня прямо нам тяжело давались. И задняя поверхность правой ноги. Отлично. Плечи. Нормально? Какие колена? Ну вы не на коленах пластите. Ничего хорошего, но не колено, не состав. Контроль снимаем, да? Все, кто ездит на плечах, саживаем их. Хорошо. Отлично. Артха Агнистамбхасана. Приподнимаемся. Аккуратно двумя руками фиксируя одноименное рукой колено. Перекладываем лодыжку на правое бедро. И или сидя, или, что лучше, лежа. Потому что лежа мы можем лучше расслабиться и больше потянуться. Здесь нет необходимости держать контроль за прямой спиной. Если вы выбираете сидя, вы сидите с прямой спиной, вам точно это должно быть комфортно. Шею расслабьте, голову на пол опустите, если голова не опускается, плечи к ушам поднимаются, можно взять кирпич под затылок положить.
за коленями. Вот сейчас может пострадать нечаянным образом левое колено. Вот там не должно быть никаких таких стрёмных ощущений, опасных. Хорошо, и кто сидит, ложимся. И все вместе подхватываем двумя руками правую ногу под коленом за бедро. И пробуем делать наклон. Такой импровизированный наклон, лежа на спине, подтянуть ноги к груди. Подтянуть заднюю поверхность правой ноги, усилить ощущение в левом ягодице, в левом тазобедренном суставе, мобильность увеличить. Иногда хочется углубиться, иногда кажется, что лучше этого не делать. Я намеренно не буду вас дотягивать, сильно мне прям хочется к некоторым из вас подойти и дотянуть, но не буду. Приторможу себя, потому что здесь важны ваши ощущения, как вы вообще, насколько вы готовы здесь работать. Отлично. Хорошо. Перекатом переходим в положение сидя. Левая нога у нас остается рабочая, мы ее укладываем перед собой. Или так, или описав правой ногой полукруг. Отстраиваемся в голубя. Ладони перед собой. Руками тянем пол на себя, в центр грудной клетки толкаем вверх, за макушкой тянемся вверх, к потолку формируя дугу прогиба из позвоночника. Если начинается неприятное ощущение в спине, в пояснице, без прогиба, просто такой диагональный наклон. У кого все хорошо с прогибами, можно прям даже повыше подняться, чтобы больше подтянуть переднюю сторону брюшную стенку. Отлично. Хорошо. Ложимся. Лоб на ладошке. Если есть возможность углубить положение левого тазобедренного, приподнимаем голень повыше и делаем хват. Стопа левая, правая локтя. Кто может? Кто не может, не делает. И продолжаем оставаться в наклоне. Сгибаем правую ногу в колени, пока без захвата, пока активное сгибание, чтобы почувствовать напряжение задней поверхности правой ноги. Мышцы сгибателей, они здесь сокращаются, ощущения такие не очень приятные. До судороги можно, если сильно постараться. Ну, подержите, потерпите. Теперь захват. Кто может, не поднимаясь, кто не может, оставляем пока активное сгибание, потом приподнимемся и сделаем еще один захват. Итак, приподнимаемся. У кого был захват лежа в глубоком положении, левая рука на пол, захват одноименной правой рукой. У кого не было захвата, делаем захват приподнявшись. И кто делает уже более глубокий вариант, пятку, ягодицы или дальше. Вам это вас снимает. Не каждому квадрицепс нравятся эти ощущения. Поэтому очень сильно, пожалуйста, берегите себя. Наблюдайте за состоянием, за ощущениями. Все должно быть ок. Хорошо. Отпускаем правую ногу, переходим в полувирасану на правую ногу. Та же нога, которая на себя проводит это сгибание. И попроще вариант наклон, прям от выхода пока что матанасана, или посложнее крамачасана. Одна и та же поза, мы ее покрутили в пространстве, она по-разному называется. Поднимаем таз, садимся на левое колено.
И отсюда увеличиваем расстояние между ног. И находим вариант, который для нас, ну, более актуален. Либо мы продолжаем работать с выходом, поперечно-подвздошная мышца, квадрик, либо мы работаем с наклоном, если задняя поверхность нас больше интересует. Либо мы делаем все в широком шаге, если что, подстраховываем себя руками. Потихоньку, помогая себе руками, сокращаем расстояние между ног, усаживаемся, правую ногу сгибаем, правая голень будет с собой, левой ногой или перешагиваем через правое колено, либо просто сгибаем левую ногу, ставим стопу вот перед правой голенью и скручиваемся влево. Закрытая скрутка, правой рукой мы помогаем себе, прижимаем левое бедро к животу, либо цепляемся локтем, либо подключаем плечи, подныриваем правым плечом под бедро, соединяем руки за спину. Скрутка приоритет, а остальные манипуляции с руками по желанию. Отлично. Отпускаем руки. Вытягиваем ноги. Баска панасана, стопы вместе, колено сугроб. Помогайте себе руками углубить эту позу еще за действие голеностоп. Попробовать открыть стопы, как книжку развернуть. Не у всех голеностоп настолько подвижен. Ага. Ксюша, сейчас дам кирпич, вот такой вот вариант. Саша, в принципе, тоже можешь попробовать, хотя меня колено у тебя высоковато, только Ксюша, ну и я возьму. Окей, за макушкой вытягиваемся. Ощущение нормально? Можно попробовать кирпичом, но так, аккуратненько. За макушкой вытягиваемся, вытягиваем позвоночник и делаем сгибание тазобедренных, не в позвоночнике, а вот, вот здесь, вот в паховых зонах. Ксюша ложится животом на свои пятки. Без кирпича. Это так, это кому скучно, у кого хорошо, все уже давно раскрыто, карма отработана на это движение, им можно углубляться. Thank you.
мышцы тянет, у меня сразу голеностопно, когда... Ладно, хорошо, хватит мучиться. Уклонишь только насом. Ноги пошире. Пошире. Это значит, что угол между ног 90 градусов. Будьте, пожалуйста, внимательны. Здесь можно сгибать колени, если заднюю и внутреннюю сторону бедра очень сильно натягивает. Ощущение, как будто натянутая струна. Она может лопнуть, если сильно стараться. Поэтому колено можно подсогнуть. Но важный момент. Следите, чтобы пальцы и колено были сонаправлены. Не должно быть такого, что стопа завалилась, а колено вверх. Или наоборот, колено завалилось, а стопа туда. То есть вот здесь вот четко, как в воинах, как всегда мы работаем, это травма безопасности для коленного сустава. Если голень пойдет в одну сторону, бедро в другую, может пострадать связка. И вы можете оставаться здесь вот так. Можете так. Можете так. Кому скучно, до самоконасана. То есть мы продвигаем таз вперед, насколько можем, да, до поперечного шпагата. Ну и остаемся либо вертикально, либо тоже на фоне. Можно сделать сарвангасану, а можно, если силы и желание есть, любой перевернутый баланс, любая стойка. И в позе сделайте от 8 до 15 дыханий по ощущениям. Это все. Дальше мы переходим в шавасану. Кому нельзя делать перевернутый, можно полежать, сделать бабочку лежа на спине. В ритме своего дыхания, пожалуйста, выполняем. До 8, до 10-15 высчитываем и ложимся в удобную. Устраиваемся удобно, укладываемся.
шавасана.